Киса. Киса, ты такая маленькая. А? Кто тебя бросил? Кто тебя бросил? Киса. Кисочка. Кто тебя бросил такую малюточку? А? Кто ты такую малюточку бросил? Киска. Киска-дурашка. Кто тебя бросил, а? Что ты за мной идешь следом? Что ты за мной следом идешь, киска? Сейчас тебе задавит машину. Хочешь здесь покушать десерт? А? Ой, что там? Можно отсюда сделать, пройти вот так. Идем, киса. Киса, кисочка. Ты голодная, да? Кто тебя бросил? А? Кто тебя бросил так? Кто вонючка здесь? Кто тебя бросил такую маленькую? Дурочку маленькую, а? Кто тебя бросил? Ой, ну что ты на ноги наступаешь здесь? Киса, что ты села здесь под ноги? А ты говорила, что она помогла. Она нас спустила. О, здесь такая макашница. А? Ну что ты за мной идешь? Не надо, погони ее. Здесь они ее покормят. Иди, 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 иди туда, иди. Возьмите ее. Иди туда, иди, 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 иди. Ням, 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 ням. Иди, сейчас машина задавит тебя. Иди. Иди. Не надо. Вот какая упрямая. Идет и идет. Иди давай, иди. Ой, бедная киска. Кто-то ее выкинул. Сейчас вот мы съездили в центр. Посмотрели башню Петронас. Кристинка пошла в свое общежитие. А мы идем в свой отель Амара. Ну, может, где-нибудь перекусим. Может, в отеле поедим сейчас. Поужинаем. Кисочка вон, кисочка вон, бедная. Вот я ее выкину. Сейчас вот пришли вот сюда в кафешку, напротив нашего отеля. Но народу никого нету здесь. И решили перекусить. Выбрали суп, что-нибудь жидкое. Потому что второй день уже жидкое ничего не кушаем. Лена, возьми сотку. Я выбрала себе том-ям, а Лена выбрала себе сифуд. Да, вот это, кампур. А ты выбрала сифуд. Вот. Сифуд. Ну, а мне можно том-ям сифуд. Пусть будет том-ям сифуд. Том-ям сифуд. Сифуд, а есть... Not this. Вот, том-ям кампур. Order this. Soup champur. Нет, том-ям сифуд. А, том-ям сифуд. И вот это, кампур. А ей кампур? Да. Том-ям чампур? Да. Том-ям сифуд. Нет, нет, вот это том-ям сифуд. Да. Том-ям сифуд. Короче, one and one. Все. Two. Том-ям сифуд, том-ям чампур. Я. Да. Все, пить ничего не будем, дома попьем чай. Джуис. Манго джуис. Да нет, уже говорю, Лена. Какой есть, какой, Вики? Манго. Какой есть? Ананас. Ты помоешь? Райс. А, рис? Да, рис надо. Да, а как мы будем? Ту рис, райс. Курничка. Так, это у меня том-ям. Капот. А у Лены сифуд. У тебя шампур, у меня сифуд. Это то же самое. Мне кажется, такое острое, сильное.
Сейчас попробуем. На запах тут не очень. Принесли еще рис нам. Вот оно так выглядит неаппетитно. Что-то я даже рис? Не хочу кушать. Вот это. Это вкусно? Нормально. Как их не все блюда такие. Запах. Тайландские. Это же не Таиланд. Вот. Тайландский. Ну а что здесь такое плавает? Это яйца. А здесь же тоже, тоже сифуд у меня, Лена. А чё? Фу. Ой, какое острое. У тебя тоже острое? А? Острое? Блин, а вот это что такое? Вот это? Что за яички такие? А? Что такое? Бургер она взяла за 3,50. Какие-то креветочки. А где она взяла? Рядом с университетом. Ну, лучше бы мы второй взяли. У них салфеток нету, что ли? Ой. Надо идти там, где людей много. Значит, там все много. Вот мы пришли поужинать. Торговый центр «Пирамиду». Я вижу, а есть мир. Как выглядит? Выглядит как? Нормально? Тебе нравится? Это макет, что ли? Да не макет, это они заказали. А? Не знаю. Да, не заказали. Давай дальше тогда. Вот он там. 7,75, 6,35. А это чуть подороже. Это такая еда, которую любит Владик. Да? Мы здесь кушаем? Да. По-моему, здесь это так. А там дальше все. Посмотри. Здесь тоже, вот, но тут что-то никого нету. Короче, я заказала себе вот такое блюдо. Я думала, это первое, а раз это второе. Стоит 7 ренгит. Я у Лены супчик такой с морепродуктами, что ли. Тоже такая цена. И две колы. Вот такой у нас сегодня ужин. Взяли вот еще второе, вот такое, с курочкой, с бульончиком и с таким соусом. Так, я взяла вот такое вот, 7,50. Кристина с Леной вот взяли, вот это три штуки взяли. Вот это две было за 7,50, а это 9,40. Затем на десерт я взяла вот такие рогалики. Такой рогалик 1,39 ренгит. На наши деньги где-то что получается? 1,39. 150 тенге? Нет, это 120 тенге где-то. Ну где-то да, 120-150. Где русские? Вот это вот корейское. Корейское блюдо такое. Чинчой. А? На, тебе вот это дать? Эй, его я же снимаю. Держи. А, господи, блогер еще. Один. Пришли мы в магазин, в супермаркет, сам дает футрамон. 6,50 нам вышло. Дешево и сердито. Вот здесь 2 вот эти порции.
сейчас. Курица с рисом, еще здесь что-то с рисом. И жареное. Ну, такой сок. Это что за сок? Это... Вот это мами манго. Недорого. А, это манго? А это какое? Это апельсин. Бери. Бери на. Курицу на возьми, то есть соус. А это на суп, что ли, надо? Вот так мы сидим, кушаем. Приятного аппетита всем!